Всем привет! Сейчас мы рассмотрим одну из самых известных и лучших электронных читалок книг Amazon Kindle 3. Давайте посмотрим на коробку. Коробка неброская, без всяких наклеек. Вот. В комплекте шел USB-провод для подключения к компьютеру, чтобы можно было перекидывать книги. Также можно и заряжать от этого провода. Одновременно он является проводом для зарядки от сети. Вот. Больше ничего в комплекте не было, кроме руководства пользователя. Пока устройство загружается, рассмотрим его поближе. Устройство имеет экран 6 дюймов с разрешением 600 на 800 пикселей и полноразмерную QWERTY клавиатуру. Вот, устройство тонкое. Пластик приятный на ощупь. Сзади есть колоночки. Функциональные кнопки, чтобы перематывать страницы. Кнопка меню. Назад. Начало, Space, переключатель в спящий режим, вход для USB-провода, 3,5 мм вход для наушников, стерео, и громкость. Чтобы сравнить размеры, могу поставить рядом свой телефон HTC Desire. Устройство позволяет не только читать книги, но и выходить в интернет. У него имеется полноценный браузер. Кроме того, есть MP3-плеер. Давайте взглянем на эти функции. Через меню можно выйти в магазин Амазона, где можно покупать различные книги. Вот. Также есть тут браузер. Заходим в меню Experimental. И запускаем браузер. Сейчас зайдем на какой-нибудь сайт, на российский. Вот. Сайт еще грузится. Теперь загрузился.
Давайте посмотрим на MP3 плеер. Функций у него много нет, только играть, либо поставить паузу. Можно сделать погромче. Как видите, громкость у него довольно большая. Плеер играть может в фоновом режиме, то есть можно читать книги, одновременно слушать музыку. Перейдем, допустим, сюда. Чтение книг. Экран, основанный на электронной бумаге, очень приятен. Очень сложно отличить от настоящей бумаги, потому что все отлично видно и приятно читать. Угол обзора точно такой же, как у обычной бумаги, потому что это не LCD экран.
Ну вот, в принципе, и все. Всем пока!